Две зимы на улице провалялся вот такой вот бассейн. Причина была в том, что он начал пропускать вот в той точке, где он должен иметь воздушную, как бы сказать, среду, барьер, не дающий проникнуть в воде. Я вот его подналил водичкой посмотреть, сам он оказался целый. И возникла у меня одна идея, как же его реанимировать, потому что даже найдя место прокола, нет никакой гарантии, что он еще где-нибудь не пострадает. И вот хочу я попробовать его наполнить строительной пеной, этот кружок. Правда, пена, написано, что полиэтилен разлагает. Вот хочу провести эксперимент. Давайте посмотрим, что у меня из этого выйдет.